Птица не страшна, о-о, и весело живет она, а на утро она уж улыбалась под окошком своим, как всегда, и рука ее нежно извивалась, и из реки ее текла вода, тогда под ним в страшной злобе ее на крышу волоку, и нашу юную красотку швыряет прямо под трамвай. Трамвай, как всем известно вам, призва режет пополам, а на утро она уж улыбалась под окошком своим, как всегда, и рука ее нежно извивалась, из реки ее текла вода, пуль-пуль. Юная красотка решила в море погулять, но острый гриб подводной лодки ее разрезал на куски, куски сожрал какой-то гад. Под окошком своим, как всегда, и рука ее нежно извивалась, из реки ее текла вода, буль-буль. Друзья, скажу вам про секрет, красотка та еще жива, она немного постарела, лет на 40, и разболелась голова, но ей помог пирамидон, 100 грамм тройной одеколон, а на утро она уж улыбалась под окошком своим, как всегда, и рука ее нежно извивалась, и в ней